Здравствуйте, друзья! Это видеоканал «Русская Америка». Меня зовут Юрий Моша. У нас очень хорошая новость. Я думаю, что это будет интересно всем нашим зрителям, потому что появился первый инвестор, который хочет построить дом в Норпорте. Для тех, кто не знает, я начал заниматься продажей земельных участков и постройкой домов в городе Норпорт. Это Флорида. Красивый городок. Я был там уже два раза. Там очень низкие цены на землю. Пока низкие цены, хотя они растут. И мы уже продали больше 10 участков. И сейчас еще несколько стадий оформления в этом городе. И один из покупателей принял решение там начать строительство дома. Он россиянин и живет вне Америки. В Америку переезжать не собирается. Хочет просто вложить деньги в дальнейшем, когда дом будет построен, сдать этот дом в аренду и продавать его, пока не продаст, он будет сдаваться. Ну, это концепция, которую, в принципе, изначально я предложил. И я буду сейчас каждый месяц или два месяца прилетать в Норпорт примерно на 3-4 дня и снимать, как будет происходить строительство. Вот я улечу, наверное, через неделю для заключения договора. То есть я буду представителем этого человека. И после того, как мы заключим договор на стройку, начнется строительство. Участок приобретен. Вы все увидите. То есть это будет такое реалити-шоу. Буду показывать с самого начала, как будет происходить стройка. Какие-то этапы, которые будут происходить в тот момент, когда я не буду находиться в Норпорте. Тогда они будут снимать. Ну, я буду разговаривать со строителями. Будут снимать на видео. И нам присылать, а мы будем это выкладывать на канал, чтобы можно было увидеть с самого начала, от фундамента до передачи ключей людям, которые снимут этот дом в аренду. Кратко немножко об экономике давайте расскажу. Значит, участок стоит порядка 10 тысяч долларов, участки с коммуникациями. Я делал видео, также есть посты у нас ВКонтакте, в Фейсбуке, в Телеграме, в Инстаграме, почему нужно покупать участок именно в Норпорте. Дом будет стоить построить примерно от 100 тысяч долларов до 200 тысяч долларов, в зависимости от дома. От типа строительства, то есть быстровозводимые дешевле, капитальные из камня дороже, от размера дома, от отделки. Значит, дома в Америке строятся сразу с ремонтом, с кухней. То есть заходи и живи. То есть строители берут абсолютно все на себя. Это согласование, коммуникации, подключение, сдача в эксплуатацию, ремонты, отделка, двор. Если нужен бассейн, то и бассейн сделаю. То есть все от начала до конца, и голова у заказчика не болит. То есть задача только выбрать нормального, адекватного строителя с хорошей репутация, чтобы он действительно строил дома и выполнял свои обязательства. Ну, мы объехали уже несколько строителей при последнем визите в Норпорт. Также с большим количеством строителей разговаривали по телефону, поэтому сейчас определились пока на двух компаниях, остановились. И вот при следующей поездке уже окончательно выберу, с какой компанией мы будем строить этот первый дом. После того, как дом будет построен, его можно сдать в аренду, либо продать. Примерный заработок, то, что говорят нам риэлторы, 30 тысяч долларов можно с дома заработать. Я считаю, что это неплохие инвестиции, и это гарантированный беспроигрышный бизнес, потому что недвижимость – это не то, что ты вложил. Это стабильный бизнес, это не то, что ты вложил в какой-то бизнес, и пошел он тебе или не пошел. Недвижимость ты всегда можешь продать, всегда можешь сдать в аренду.
особенно в таком месте, как Флорида. Все, я захожу в офис. В общем, краткая информация, я вам поделился. Смотрите, такое реалити-шоу «Как построить дом в Америке» скоро на нашем канале.